Так, всех привет и приятного просмотра. Продолжаем мы проходить Fallout 3, не 4, 3. Так, кажется, мышка слишком мне нечувствительная, да? Или я тут раз я что-то делал, да? Что она была чувствительной. Клава. Чувствительная мышь. Давайте все-таки прибавим ее чутка. Так. Мне надо выйти Вот, отсюда. а ну стой! Проклятье, опять тараканы! Снимите это с меня! А как это делать? С каждым, кого обнаружат вне помещения... Помоги мне! Моя мама одна в комнате с рат-тараканами! Это все. Нет, я туда не вернусь. Там... там темно, и тараканы... О, Господи, спасибо! Я не знал, что делать. Ты круче всех! Пучик, помоги мне! Пучик, помоги мне! Ай, больно! Что происходит? Ты как их... Пучик, помоги мне! Что происходит? Да ёб твою мать, а! Как мне этот дурацкий, блин... пистолет же у меня есть, да? А второй что у нас? Бейсбольная бита? Ай, больно! Ну как вам попасть по вам, а? Ай, больно! Хватит! Сколько я промахнулся, очумить? У нас получилось! С мамой будет все в порядке! Блин, мы с тобой теперь самые лучшие друзья! Эй! Я знаю, что это немного, но возьми мою куртку туннельных змей! Ну же, забирай! Хорошо, замечательно просто. А ты молодая, мама-то, блин. Ну, смотри, какой у тебя сын большой. Короче, погнали отсюда. Недоступно. Куда идти-то надо, я не понимаю. Из унитаза водички попили. Я знал, никуда тебе не деться. Ой, иди ты баню от меня. Попался. Твой отец нас предал. Нифига себе здесь было событий. А как это делать? Вот как. Единственный шанс, как ты не понимаешь. Мы уйдем отсюда прямо как дома. А как отка... возврат? Я никому не позволю нас остановить. Где баня от меня? Осторожно! А вы офигели, что ли? Вези меня. Я не хотел тебя убивать. На самом деле. Так. Офигенно просто. О, как. О, какое видео. Я же в него попадаю. Как так, а?
Мне что, к ним что ли надо идти? Это твоя вина. Твоя и твоего глупого отца. Ой, иди в баню. Что, ему так нужно было взять и уйти? Нужно было стоять и не смотрителя. Она останет меня. Я ничего не знаю. Подумай, ну. Бля, больно же. Вот так, вот так. Есть идея. Бань тебя, блин, с тобой сражаться еще здесь. Нет, они тебя убили. Себе. Пронесло. А это что это такое? Да ёб твою мать, а? Вот это патронов. Ты не хочу я убивать его. Стоять именем смотрителя! Еще раз. Ты должна научиться уважать его. И чё? Погнали. Я таракана еще убил, мужик. Блядь, что я делаю, я не знаю, вообще ничего не понимаю. Так, я могу что-нибудь поесть? Так, помощь. Менты, что это такое? Мясо. Симуляция. Блядь, два раза как-то сделал. Ну почему такая фигня здесь? Так, давай сохранимся на всякий случай. На новое. Спасибо. Я говорила, что отец был сам не свой. Не знаю, что бы он еще сделал, если бы не ты. Лучше беги отсюда. Встретимся у двери убежища. Если у меня не получится, удачи тебе. У тебя не получится. Как выйти-то отсюда? Блять, личные стрельба, личные я кнопку нажимаю. Я не знаю, она... Оп, здорово. Молодой человек, надеюсь, ты пришел сдаваться. У тебя и без того достаточно проблем. Не ухудшай своего положения. И все? Может, еще чего-нибудь тебе принести? Ты ничего от меня не получишь. Я скорее умру, чем позволю снова подвергнуть риску убежище. Только давай без ханжества. Мир слишком опасен, и безопасность убежища превыше всего. Эта цель оправдывает средства. Охрана! На... Очуменная просто.
Я же в него целился. Фиг, что ты... Блин, ну как тут играть, я не понимаю. Как же долго привыкать к этой фигне буду я. Здорово, бля. Так, где они говорит, были? Вы здесь были, да? Этот сюда дурачок побежал, почему, не знаю. Мэрин. Иди раздел. Иди в код убежище, убежище 101. Очень тяжело. И чё, иди мне ее взломать. Это все. Пригодится, может, уже крафтить тут могу. Я уже забыл, как я вообще играть ее. Кружка мне не нужна. Ну, пока всякое дерьмо, пускай будем собирать. Так, значит, нам сюда надо в любом случае. Ну, хорошо, пойдем сюда, значит. Так, что у нас здесь? Здесь у нас ничего нету. Вот что-то есть. Охрана! Охрана, он здесь! Я откуда взялся-то? Я почти уровень получил, очуми просто. Так. Здорово, ты опять здесь, да? Замечательно просто. Я не знаю, что за место здесь. Так, хорошо, вот компьютер. Что тут? Закрыть дверь, камера. Ошибка при закрытой двери. Понятно, ничего не понятно. Ничего не понятно. О! Патроны. Броня. Полицейская дубинка. Письменный стол. Военные. Охрана, охрана. Так. Давайте сохраним. Не, сохранимся. Ей недоступно. Хорошо. Может, это здесь она? Тебе убили, чуми просто. Блин, чумить очень плохо. Ключ осмотрителей комнаты. Так, а что у меня был-то? Боезапас разное. Оружие, костюмчик. Так, даже разная. Боеприпасы. Даже тут что-то еще есть. Это мой уровень пока еще. Статус более-менее. Это понятно. Способность общая. Способность пока нету. Понятно. Информация. Пароль терминала Амада. Подожди, Джонас. Сначала мне нужно это записать. Даже не знаю, как тебе это сказать. Я надеюсь, что ты поймешь, но понимаю, что наверняка разозлишься. Я очень долго думал об этом, но в конце концов решил, что лучше ничего тебе не говорить. Столько всего могло сорваться, и невозможно предсказать, как отреагирует смотритель, когда узнает. Пусть лучше во всем он винит меня. Вероятно, ты уже знаешь, что я ушел. Я должен был это сделать. Ты уже взрослый человек. Ты можешь жить самостоятельно. Может, однажды все изменится, и мы снова сможем увидеться. Я не скажу тебе, почему ушел и куда направляюсь. Не ищи меня. Я этого не хочу. Господь свидетель. Жизнь в убежище не идеальна, но здесь ты, по крайней мере, в безопасности. Мне достаточно просто знать об этом,
чтобы жить дальше. Не хочу тебя торопить, док, но нам и правда пора. Ладно, пошли. Прощай. Я люблю. Ну, это понятно. Так, задание. Побег. И так, открыть тайный туннель, используя компьютер смотрителя. А где ты комп... Так, подожди, я здесь нахожусь. По прямой, получается, подожди. Так, я здесь нахожусь. Тебе пора. Встретимся у двери убежища. Береги себя. Если будущего Атебия выродится в кожаных куртках, еще раз пристанут к команде, им придется иметь дело кое с кем покруче, чем их строгие учителя. Понятно, фигня полная. Ладно, назад. Это что такое? Письмо, смотрите, от дока Станисласа Брана. Если вы читаете, это значит экстремальные процедуры интернированного убежища. Ну, конечно, я знаю об этом, что тут очень может быть что-то интересное будет. Это как история. Ё-моё. Ладно, открыть туннель. Очуметь, вот этот туннель. Я оно не понимаю, я такой мазил получается, да? Я же слышу, где-то они бегают. Вот и выход. Вот и выход, господа, наконец-то. Получилось? Дверь открыта! Господи, я никогда не верила, что это возможно! Нет, зачем я тебе? Если кто-то там и выживет, это ты. Это соблазнительно, но мое место здесь. Я нужнее убежищу, чем тебе. Если я не смогу повлиять на моего отца, никто не сможет. Слушай, если все-таки найдешь папу, передай ему, что мне очень жаль из-за Джонаса и моего отца и всего прочего. Прощай. А вы офигели, что ли, блядь?
Извините, мужики, я не хотел вас убивать. Блин, я перегружен, офигеть просто, я перегружен. Офигеть, я перегружен. Так, давай посмотрим, что тут есть. А, вот шлемы, давайте, как их выкинуть вообще? А-а-а. Подожди, я же не привык к этому, ничего, отмена. А как это я сделал? Ладно, отмена. Так, а как выкинуть-то предмет отсюда? Так. А. Тебе нужно бежать отсюда. Кто-нибудь обязательно заглянет сюда посмотреть, что происходит. Береги себя. Подожди. Говорит смотритель. Всем жителям убежища 101 просьба оставаться в своих комнатах. Нападение рад тараканов под контролем. Каждым, кого обнаружат вне помещения, будут разбираться со всей строгостью. Даже, а как это так работает? А, я через другой проход прошел, да? Офигеть просто. Вообще мало. Очуметь просто. Чё делал? Я никак не могу понять, как я раньше это играл. Прости меня за них. Закрывайся. Все. Больше я сюда не вернусь. Вот это громко. Ух, как солнце светит. Очуметь просто. Вот это да. Следующий уровень, господа, у нас. Так, второй уровень у нас есть, да? Так, я бы ремонт, на самом деле. Так, а что надо? Торговлю я бы прокачал чутка себе, да? Зачатка войска тогда злом прокачал бы. Ремонт бы. Красноречие бы. Вот так вот, далее. Так, бейсболист, уровень 2, сил 4, ранг 3. Годы в детстве бейсболист. Так, а что дает? Годы в детстве бейсбольной лиги, убежище от очей ваш навык удара и броска. С каждым нового ранга вы получаете по 5 очков в навыках холодного изречатка. Изречатка, понятно. Варюга.
С каждым новым рангом способность Варюги вы получаете дополнительно 5 очков, понятно. Женолюб. В бою противление женщинам наносит 10%, понятно. Интенсивная тренировка. Способность интенсивной тренировки позволяет добавить 1 очко в любой из параметров. Заманчиво. Надо потом сделать. Папин и сынок. Как и ваш любимый папочка, вы посвящаете много времени интеллектуальной изысканными. И получать дополнительные 5 очков навыки медицины. Прожилой, так, прилежный ученик. С каждым уровнем способности прилежного ученика вы получаете дополнительные 10 очков в общей сумме очков опыта всякий раз, когда она начисляется. Фанат оружия. Вы увлечены огнестрельным оружием во всех его видах. С каждым уровнем способного фанатик оружия вы получаете дополнительные 5 очков легкого ремонт. Вот это я бы взял. Или вот это вот. Вот это возьмем. Готово. Все. Так, мне бы помощь какая-нибудь. Я знаю, что радиация. Ну, хелы мне прибавились. Или нет, что это такое прибавляет вообще? Да. Это интеллект только. Так, сохраняемся. Можно на сохраниться на пятерку опять. Так, в столичном пусто появился новый радиосигнал. Об этом уже многие говорят. Похоже, это свое радиосигнал бедствия. Однако никакой информации выудить не удалось, кроме местоположения источник по имени человека, который способен помочь. Прогнил в пит. Так, в чистоте устья реки Потомак стоит пароль прибывший грузы мыс Point Lookout. Капитан, представляющий совершить путешествие Point Lookout, всякие наемники, охотники за сокровищами или авантюристы, желающие последовать новую землю. Это, скорее всего, дополнение. Так, тут где-то должен быть город. Вот что проблема. Которые я... Вот, корабль чужие где-то. На пустоши появилась новая радиоволна. Слово разобрать невозможно. У них слышно только угрожающее. Загрузка дополнения. Максимальный уровень сложности. Герой поднят на 30. А, вот она, да? Столичной пустоши слышен новый радиосигнал, похож на экстренный вызов, но кажется, он предназначен только для определенных круга лиц. Мне надо все продать, купить и... И что-нибудь здесь. Вот он, город, который мне надо, в первую очередь, идти. Там задание, общаться с людьми. А есть вообще убрать пушку? Подожди. Это вот так что я сделать? Нет. Подожди. А, R, да? Замечательно. Потом там прогуляемся. Везде будем гуляться, только чуть позже. Я тут 200 не был. Но я проходил ее очень давно. Как-то я неправильно пошел на самом деле. А, вот он вход, вижу вход. Опа-на, кто тут есть? Гигантские муравьи. Опа, здорово. Пожалуйста, у тебя есть вода? Так хочется пить. Что за место, что за город? Это Мегатонна. Ты что, откуда-то из глубинки, что ли? Все знают про Мегатонну. Здесь много воды, но они выдают ее только горожанам или тем, кто заплатит. Я раньше пил, что попало, но я больше не могу.
Сейчас меня просто вывернет от нее. Мне нужна очищенная вода. Пожалуйста. Понятно. Пожалуйста, хотя бы немного. Да нет у меня воды вообще никакой. Пожалуйста, подождите. Идет оценка. Заходи. Гостем будешь. Уровень. Будь я проклят. Опа, здорово. Опять новенькие. Шериф. Меня зовут Лукас Симс. Я тут шериф. И мэр тоже, когда надо. Не знаю почему, но ты мне нравишься, парень. Что-то мне подсказывает, что тебе можно доверять. Так что добро пожаловать в Мегатонну. Свистни, если тебе что-нибудь понадобится. Дружелюбие и хорошие манеры. Похоже, мы отлично поладим. Не обижай моих людей. И можешь оставаться, сколько пожелаешь. Хорошо, что мы понимаем друг друга. Итак, могу я чем-нибудь тебе помочь? Да запросто, партнер. Что тебе нужно найти? Конечно. В чем дело? Продолжайте. Так. В чем дело? Хочешь поторговать? Это обычный. Когда тебе нужен магазин на кратере? Если хочешь что-то купить, Мойра в магазине на кратере тебе поможет. А, это клиника. Необычно. Громом его голоса. Пусть же мы... Теперь я точно знаю, что впервые тебя вижу в Мегатонне. Сейчас угадаю. Ты тут просто случайно? К нам постоянно приходят новые поселенцы. Если хочешь есть, то ты точно по адресу. Чего желаешь? Слушай, я и не говорю, что все свежее, но с голоду помереть не даст. Хорошо, мирмиши, кексики... Так, шашлык, воды у тебя нету, да? Я бы симулятор бы взял. Так, сколько? Так, у меня 0. 180 тоже ей дать, хорошо. Так, 180, так, бейсбольная бита, бейсбольная перчатка. Так, броня, ты берешь броню? Да, ты берешь броню. А, я свою что дал случайно? О, даже это можно дать. Да бери. Броня охранника нет, не дам я это. Вот шлемы бери все. Помощь я не дам. Перчатка, пачка сигарет, что такое, вообще не понимаю. Чудо-клей какой-то. Может, это мне потом пригодится, когда ему не сейчас принять. Все, давай. На здоровье. Некоторым здесь не нравится, и они имеют на это право. Но что, черт подери, им вообще надо от жизни? Еда, крыша над головой и безопасность. Мне хватает. Хорошо. Я не так много знаю. По правде говоря, я отсюда практически не выхожу. Слишком много работы, слишком мало времени. Понятно. Вспомни о нас, если тебе что-то понадобится. Хорошо, вот крышки у меня появились, да? Дети земли соберутся. И а это у нас кафе, да? О, кафешка. И нет. Чё такое вообще? Подожди. Да, черт возьми. Ты тут впервые, верно? Меня зовут Лео Стал. Очень приятно. Очень приятно, да.
Разумеется, парень. Не, мне больше ничего не надо пока, подожди. А, это где можно поспать, что ли? Вообще ничего не помню. Слушай, мне надо заняться счетами. Если хочешь поесть, обратись к Дженни или Лео. Ага. Пусть те, кто живет здесь, на земле обетованной, приобщаться к словам пророка. Кто это тут у нас? Да неужели новый член нашего скромного сообщества? Добро пожаловать, милое дитя! Добро пожаловать в Мегатонну! Я исповедник Кромвель, пророк атома и отец немеркнущего сияния. Прошу тебя, дитя, приходи в церковь в любое время, в любое. Тебе что-нибудь нужно? Ходить так, будешь? Мне просто хотелось найти здесь... Дом чей-то получается. Его сиянием. Все будут оглушены громом его голоса. Это медицина здесь. Здорово, док. Я док Чёрч, и я заведую этой клиникой. И прежде чем ты обратишься ко мне за помощью, запомни несколько правил. Правило первое. Не надоедай мне. Если решишь мне надоедать, тебе лучше оказаться трупом. Мне хватает возни и с теми людьми, которые мне по душе. Не забывай про правила. Я буду тебя штопать, ты будешь мне платить. И мы найдем общий язык. Не забывай об Так, я все как раз понимаю. Так. Тут где-то должен быть отельчик. Не отельчик, а бар. Это дети атомы, что ли? Это... Ой, ёб твою мать. Не. Позвольте ей быть напоминанием о делении. Надо серию уже заканчивать. О, что это такое у нас? Какой-то арсенал здесь. Это, наверное, у каждого свой дом, да? Да, видно дома. А вот где-то здесь он, наверное, да? Это что это такое? Мужской туалет. Вот, салон, да? Вот это получается это. Ну давай, железяка поганая. Это я помню. В день одно и то же. Говорю же, Харри, это не приемник. Частоту анклава отлично берет. Я знаю, это что ты хочешь от меня. Это сигналы взорвать. В последнее время просто никакой. Ну и денек сегодня, да? Не говори, беспредел какой-то, блядь. Давай. Ну ладно, думаю, прям тут остановлюсь я. Да. Пообщаюсь со всеми уже чуть позже, господа. И с ним, и с ней, и с ними тоже пообщаемся в следующей серии. Всем спасибо, всем до свидания, увидимся в следующей серии, другие прохождения. Всем удачи.